Август, воскресенье, Иртыш. Градусов 30-33 где-то так. И давно я собирался снять обзор на вот эту лодочку Apache 3500 уфимского производства. Любой обзор, как говорится, начинаем с обхода, что да как в этой лодке. Комплект подобрал удачно. Прям аж не нарадуюсь. Мотор Хайди 9,9, он же 15. И лодочка Apache 3500 НДНД. Прям, честно скажу, идешь по воде и радуешься. Так, сразу давайте поговорим за плюсы. Надувное дно. Я не знаю, кто его придумал. У него есть надувного дна как много поклонников, так и много противников. Я отношусь к первым. Для меня это очень удобно. Не надо таскаться с поелами, со сланями с этими, или как они правильно называются. Но хотя и в сумку я это все дело не заворачиваю. Как вытащил на лодочную станцию, так у меня вот так вот оно все на воде и стоит. Теперь, что очень удобно, мне понравилось. Полностью по всему периметру, как они называются, блин. Не такой уж я мариман, чтобы прям помнить. Фалы или как. Очень удобно, где что прицепить, где за них схватиться. И многие еще слышал, ругали, что ручки перебор. Да нифига не перебор. Большое обилие вот этих ручек очень удобно, уже проверено не раз. Так, лодку я... О, соседи уехали. Лодку я, наверное, месяца два назад как накачал, так она до сих пор и стоит. Заметил, правда, вот одну особенность, что надувное дно я раз в недельку перед выходом дно подкачиваю. Хотя я не скажу, что оно травит или еще что, но просто ради интереса решил как-то, думаю, подкачаю и спокойненько давай добивать его. На воде себя ведет вообще прекрасно, ничего не могу сказать плохого. По волнам идет хорошо. Модернизации я с ней пока никаких не производил. Но хотя стоп. Сделал вот такую надставочку на мотор, поднял его. Потому что если вот так его ставишь без этой надставки, сильно большое расстояние получается от антигравитационной плиты до днища лодки. То есть неправильно. Сейчас вот у меня как раз вот за счет того, что я это поставил, расстояние вот это вот от днища лодки до антигравитационной плиты получилось ровно 2,5 сантиметра. Сделал вот такую страховку для мотора, как ее еще правильно назвать, не знаю. Ну и по обоим бокам забубенил с канализационных труб, как я это назвал, дешево и сердито, держаки под спиннинги. Ну и самое интересное, ну может и не интересное, удобное, установил трансовые колеса. Они не быстросъемные, но сделал так, чтобы когда колеса подняты, повороту мотора вообще не мешает. Еще одно новшество, что вот сейчас покажу. Вот не знаю, видно не видно, вот этот пол, призма называется. Как бы к нему претензий нету, вопросов тоже, но вот все равно вот за счет того, что он вот такой вот шероховатый, на нем не скользко, да, все хорошо,
Но вот это вот, он очень быстро становится, ну не грязным, а вот как серый такой. Чтобы вот этого избежать, сделали вот такой вот коврик в лодку. Кстати, их сейчас рекламируют. Покупайте, покупайте. Честно скажу, покупать не стал. Жаба задавила, стоит сильно дорого по нашим меркам. Проще было купить кусок материала, выкроить по лодке. Потом пошел к ближайшему сапожнику, отдал. Он мне его обверложил. Все. Обошлось гораздо дешевле, чем его покупать. Хотя, я так посмотрел на этот коврик. По большому счету, его даже и верложить не обязательно. Так, для красоты. Ну, сделано и сделано. Так, ну вот эти вот риски. Он и там нарисовал. Это я так чисто для себя, потому что она у меня будет жить круглый год в надутом состоянии. Как сезон кончится, я ее с лодочной забираю и в гараж. В гараже уже подвес сделал под нее, чтобы поднять его, и под потолком пускай она хранится. Так, что еще? Вот если выходить на ней на рыбалку, именно на рыбалку, но и то как бы не с ночевкой, а так, с утречка пораньше вышел, до вечера денек покататься, вот вдвоем на ней, милое дело, три человека в ней, по моему мнению, это уже перебор. Плюс еще каждый вещи возьмет свои, эх, коврик не уплывай, и в ней уже будет не развернуться. Вот для двух человек подходит идеально. Так, еще одно замечание есть, которое мне здесь в этой лодке не понравилось. Тут его сейчас так не увидишь сильно. Это вот. Вон пробка сливная. Лучше бы они ее сделали вот здесь по центру. Потому что если приспичит ставить трансовые колеса, то за счет именно вот этой пробки их можно было вот аж до сюда опустить. А сейчас получается они, ну, приподняты. Расстояния в принципе хватает, но все равно не очень удобно. Еще что, минус какой в этой лодке. Он и плюс, он и минус. Это вот ее нос. Но потому что он вот такой вот формы. Как бы не прямоугольный, не округлый. На него очень трудно найти, сделать тент-брызговик. Сейчас вот в голове мысли держу, чтобы как бы сделать самому. Вот именно за счет из-за вот этой формы, чтобы его поставить, можно было и складывать, ну не снимать с лодки, можно было сложить и поднять. Вот именно сколько сайтов уже перелазил, пересмотрел, форумов. Честно скажу, пока ничего путного не нашел. Может, оно где и есть. Если кто знает, в комментариях подскажите, пожалуйста. Буду рад. Материал, честно скажу, вот этот ПВХ. Вот сейчас я лодку помыл. И вообще, как бы имею привычку, если выезжаем отдыхать на день, там с утра, пока там все мои домашние загорают, я ее обязательно помою. Но, честно скажу, материал вот этот ПВХ, хоть и хороший, но, блин, грязь собирает тоже неплохо. Хотя и щеткой отмывается. Также вот прикупил мягкие накладки. Еще 2 недели назад обе эти накладки были, как говорится, радикально черного цвета. Сейчас уже все. Выцветает материал махом. Также еще в планах найти на эту лодку тент стояночный. К сожалению, на сайте производителя нету. Не шьют они таких вещей. Хотя, кстати, мой бы совет такой, заняться именно аксессуарами для своих лодок. Ходовые тенты, стояночные, брызговики, именно что под свои конкретно модели. Я сейчас, конечно, не рекламирую, но если это такой сайтик, где лодки ракеты делают, вот они для своих лодок
все подряд шлепают. На чужие не делают, только на свое. Вот я бы советовал компании Мастер Лодок пойти этим же путем. Ну что, в общем, лодка это я владею. Так, в январе месяце она ко мне приехала. Ну, грубо говоря, сезон я еще не откатал, но пока что, блин, что я, что друзья мои на ней катались, всем понравилось. Как идет по воде, как волну держит. Именно за что вот это вот у нее дно килеватое. Ярко выраженный киль. В общем, как говорится, покупкой, приобретением и самой вот этой лодкой доволен на все 100%. Обзор же делаем на лодку. Все, накатались, накупались, ага. Довольные, помытые, сытые. Идем домой. Это, так сказать, был маленький такой мини-обзор. Вернее, как-то даже мини-обзор, а просто мнение на лодку. Потому что я там никаких технических характеристик, ничего не приводил. Просто первый опыт общения, скажем так. Все, всем пока. Ждем комментариев.